Приветствую, православные! Мы продолжаем добрую традицию чтения Евангелия с церкви на площадке Русской иконописной школы. И сегодня, в воскресенье, 29 октября, церковь в качестве рядового чтения читает 35-е зачало Евангелия от Луки. Это 8 глава с 5 по 15 стихи. Длинное зачало, то у нас было буквально по 5 стихов, а теперь вот с 5 по 15. Итак, Луки, 35-е зачало. Воскресенье, 29 октября. «Вышел сеятель сеять семя свое, когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, и иное упало на камень, взойдя засохло, потому что не могло и не имело влаги, иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его, и иное упало на добрую землю, и взойдя принесло плод вторичный, и сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия, и он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, впрочем, в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающие, к которым он потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не веровали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, временами веруют, а во времена искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слышат слово, но отходя за работами, богатствами, наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода, а упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении, сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. В целом, особых пояснений, казалось бы, не требуется, тем более, что мы разбирали эту притчу, когда говорили о Евангелии от Матфея. Но я обращу ваше внимание вот на какой момент. 12 стих. «Упавшее при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись». Смотрите, какая последовательность. «Не уверовал, не спасся». Вот у Златоуста есть это такое развернутое пояснение, что «не читал – не знал, не знал – не исполнял, не исполнял – не спасся, ну и выходит, не спасся, погиб, потому что не читал. Не читал, не знал, ну и дальше вот как эффект домино. И уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. То есть спасаемся мы через веру, если мы не уверовали, а верование от чего, да? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И вот еще один важный момент – это очень часто воспринимается как миссионерская притча, что мы должны и к месту, и не к месту, и к делу, и не к делу, сеять семя, то есть как будто мы бросаем. Да? Но также важно, это так, действительно, но также важно помнить про то, что Господь начинает свою проповедь, да, приблизилось Царство Божие, но Господь же сообщает нам, что Царствие Божие внутри вас есть, и когда мы молимся на «Отче наш, да придет Царствие Твое», мы также молимся о том, чтобы оно наступило внутри нас. Не то, чтобы Господь спустил ангелов, которые заменили бы постовых, налоговых инспекторов, социальных работников, солдат, правителей, и чтобы вот вся эта вертикаль, значит, была из ангелов, и наступило Царствие Божие. Но мы также должны помнить, что «да придет Царствие Твое», пометуя слова Господа, «Царствие Божие внутри вас есть», это то, что мы должны бросать семя в собственную душу. Именно поэтому и говорим мы на площадках Русской иконописной школы, и я, и коллеги-преподаватели, что важно читать Евангелие каждый день самим. Это вот то семечко, которое мы бросаем в свою душу, а уж как Господь взрастит, как Господь нас взыщет, это уже отдельный вопрос промысла Божия, об этом мы говорить не будем. Поэтому сегодня мы даже закончим чуть раньше, но я думаю, я сказал достаточно. Читайте Писание каждый день, бросайте семя Слова Божия в собственные души, и дальше уже молитесь, чтобы Господь это все таинственно, потому что Господь учит видеть нас в этом тайну, да, как мука квасится, как растет росток, как женщина ищет потерянную монетку. И в этом есть мистика и таинство. Читайте Писание каждый день и берегите себя, православные.